Еще с детства у меня было столько комплексов по поводу ног, потому что ноги у меня были очень-очень худые, практически вот как эта рука моя. Я даже не думала, что существуют такие операции, которые помогают женщинам избавиться от таких комплексов. Я не могла одеть даже вот короткое платье там, или пройтись по пляжу. Это все для меня было таким огромным комплексом. Сделала круропластику голени. Мне как-то все за один день вот так вот все получилось. Я приехала, сразу сделали операцию. На следующий день я просыпаюсь, смотрю в зеркало, я просто не узнаю свои ноги. Импланты просто стояли идеально. Ну, я не знаю, я таких вот ног, просто о таких ногах можно мечтать, как бы. Ну, не все с такими ногами даже рождаются, да, с таким красивым. Я не чувствую, что у меня там импланты, я хожу, как будто это мои ноги с рождения. При ощупывании, вот как бы, сама вот когда моюсь маленькая, никак не чувствую, как будто это мои мышцы. Импланты Политех подарили мне вторую жизнь, новые ноги, красивые. И даже мой муж не знает, что у меня стоят импланты в ногах. 3 года он не замечает. То, что я очень довольна. Спасибо огромное.